чате еще вообще. Да ладно. Завели генератор? Не, из-за краски вообще воняет. Ветер туда. Вот там весь уходит, травит. Да, где видно. Ты баллончик лучше убери, а там деревья нельзя рисовать. Людка, Настенька, and Людка, and this is Galaxy F3. Блять, все работай! Don't fucking work, dude. Fucking вам зады, блять! Fucking work, you know motherfucking what I mean, motherfucking shit. Привет, ребята, в эфире Радио Семерка, и у нас в гостях группа Йо Хрео. Привет, ребята, как настроение? Хорошее, да. Выспались, покушали яичницу с колбаской. Мы рады. Вчера был концерт с группой Лёд, как у вас впечатление концерта? Хорошее. Нет, правда, все очень круто было. Спасибо группе Коля за приглашение, потому что очень здорово. Абсолютно неординарный концерт. И погода, и люди вообще все круто. Нам правда очень все понравилось, честно. Как вам публика? Вот. Мы, кстати, было людей много, да, очень, что было много людей. Это очень хорошо. Какие планы у вас на будущее? Будут у вас какие-то концерты или релизы в ближайшее время? Да, будет в скором времени концерт в Москве. 1 ноября. И не только в Москве. Ну да, не только в Москве. По-моему, пока. У нас такие пока локальные выезды, мы... у нас в ближайших планах нет больших туров. У нас в ближайшем будущем, в планах ближайших, это выпустить альбом, который сейчас на стадии сведения, которому мы как раз выложили тизер, который все пустили, тизер-клип. Вот, такие планы. В общем, альбом у нас, релиз большой, хотим. Ясно, ясно. Как вам нижний номер? Как вообще люди? Ну, мы тут уже первый раз. Да, первый раз. Ну, нам очень нравится. Прям один из самых хороших таких городов, может быть, были. И я здесь будем еще не один раз, в принципе. Нам очень нравится Нижний Новгород своей. Ну, нам показалось, вот мы вчера, допустим, даже ехали как раз в легендарный Семерочник. И нам показалось, скорее всего, это просто так показалось, там больше, чем Самара. В смысле, улицы шире, и дороги шире. А нам нравится все большое. Ну, есть какие-то схожести с Самарой. Ну да, есть. Есть места, когда ты едешь и прослеживаешь. Думаешь, ты ловишь себя на мысли, что ты больше в Самаре, потому что очень все похоже. Как дома. Да, а так нам очень все нравится. И наконец, что вы можете пожелать слушателям Семерочки? Любите всех себя, друг друга, все будет здорово. Ну и куда же без музыки можно подавить. Как себя, других. Как себя и других. Все будет здорово. Спасибо, Илья. Вам спасибо. Дождь. Дождь пошел. Пом-п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 ом-